К международному форуму «Россия – спортивная держава» готово все. Сегодня члены оргкомитета собрались на финальное заседание и обсудили ключевые вопросы. В форуме примут участие более 3000 человек. Ожидается визит 20 зарубежных делегаций. Чебоксарская авиагавань в эти дни будет работать в усиленном режиме. Часть рейсов примут аэропорты Казани и Йошкар-Олы. Из других городов участников форума будут подвозить комфортабельные автобусы. Гостей готовы разместить более 30 чебоксарских гостиниц. В Чебоксары приедут более 100 журналистов федеральных и региональных средств массовой информации. Для удобства пишущей братьи на официальном портале органов власти создадут отдельную ленту новостей международного форума. На сайте в эфире местных телеканалов будет организована прямая трансляция основных мероприятий. Будет организована прямая трансляция с мероприятий на Красной площади 9 октября в Чебоксарах, на национальном телевидении и интернет-трансляции на портале КАПРО. Среда трансляция на официальном сайте международного форума. В этой связи прошу также закрепленных ответственных должностных лиц за гостями подводить к камерам своих подопечных, так скажем.